Безопасные цифровые удостоверения личности появятся в Канаде. Правительства многих стран озабочены вопросом поиска надежной и недорогой системы идентификации личности. Планируется, что уже в 2018 году канадский стартап SecureKey запустит платформу, основанную на технологии блокчейн, позволяющую подтвердить личность пользователя на сайтах банков, государственных учреждений, мобильных операторов. Клиент сможет делиться персональными данными с необходимым ему учреждением с помощью приватного ключа. Чтобы воспользоваться этой платформой, достаточно будет лишь наличие мобильного телефона или устройства с операционной системой Windows. Глава SecureKey Грег Вулфанд отметил, что данная система призвана сделать идентификацию безопасной и защитить ее от хакерских атак. «С помощью нашей системы мне будет проще доказать, что я – это я, а злоумышленнику практически невозможно получить доступ к моим персональным данным».